Добрый день! Самое прибыльное направление на страховом рынке сегодня – накопительное страхование жизни. И это понятно. Страховые компании строят свой бизнес на тех вещах, в которых мы сами боимся себе признаться – на наших явных и тайных страхах. И здесь очень важно понимать, чего вы хотите на самом деле. Вот, к примеру, наиболее часто продаваемые комплексные программы защиты предполагают выплаты в случае выявления онкозаболевания, травмы или внезапной смерти. Стоимость полисов разная, минимальная годовая сумма сопоставима со средней месячной зарплатой в Перми. Покупая полис, следует знать, что вы оплачиваете риски, которые теоретически могут наступить. А это значит, что платите страховой компании дополнительно примерно на 20% больше, чем получите назад после окончания действия полиса. А если решите расторгнуть договор страхования до его окончания, назад вернется лишь часть вложенных денег. Дополнительный доход, который обещают страховщики, может накопиться, а может и нет. Вы же не в банке. Если ваша деятельность сопряжена с опасностью, имеет смысл оплачивать риски. А если нет, может быть, вместо защиты от несчастного случая окажется важнее приобрести более прагматичный полис дополнительного медицинского страхования, который позволит бесплатно получать помощь в будущем. Это правило денег.